1103 случаев. Надо бы поздороваться, раз мы собираемся работать вместе. Меня называют Эль Капитан, а тебя называют Ви. То есть могу не представляться. Ты обо всем позаботился. Я готов работать со всеми, кто пришел ко мне по делу. Бизнес — это я. Помни об этом. Есть, капитан. Так, пока не забыл. Тебе нужна тачка? Мотоцикл? У меня есть все и недорого. В общем, если что, сигналь. И передает мне привет сестре. Передам, если увидимся. Она ведь у меня теперь вся в работе. Ладно, я все-таки скажу. Че зря время тратить? Чем торгуешь? Всем, что видишь.
Мне бы взбодриться. Хромантикора есть? Зачем эту бормотуху, душа моя? Она ж бывает в темноте светится. Не пей эту отраву, возьми лучше спанки-манки. Всяко приятнее, чем... Слышь, ты чего там подвис? Пардон, мадам, минутку. Брэд! Эй, Брэд! Слушай, ты не выручишь. У меня тут с местными напряги. Поговорил бы с ними, кто авторитетный. Да можно и поговорить. Веди. Спасибо, подруга. Прошу за мной. Вы долбанулись. Лапы прочь от моего байка. Ты думал, мы пошутили? Это пока еще малая цена за измену. Да что же вы прицепились? Шенна приняла решение. Лучше б за нее порадовались. Вот радость-то, шлюха продалась корпоратам. Пусть знает, что мы думаем. А тебе чего надо? Это не твое дело! Корпоратская крыса. То есть вы грабите уличного торговца, чтобы отомстить корпоратам? Оригинально. Ну-ка, отвалите от него. А то что? А то дам в морду, кости переломаю. Ну, или просто застрелю. Вариантов много. Раз ты так заботишься об этой крысе, можем вас обоих вместе уебать. Вен? Вен! Бестолыч, ты чего творишь? Совсем с ума посходили. Спасибо, подруга. Это будет им хорошим уроком. С этими разобрались. Ты как, ничего? Да не бойся. Что мне сделается? Вот ведь долбаные бездельники. Мы тут вроде к ним претерпелись, но чтоб вот так кидаться с ножом на своего... Ты это... Заходи, как будет минутка. Хорошую скидку дам. Тебе положено. Договорились. Спасибо. Чем пахнет? Это какой-то фрукт или средство для мытья посуды? А, это фирменное пиво. Мой маленький абрикосовый сюрприз. Как будет готово, народ сразу в очередь набежит. Мне бы взбодриться. Есть у тебя хромантикора? Спроси лучше, чего у меня нет. Сам я таким не балуюсь, но для любимых покупателей найдется все. Ладно, я все-таки скажу. Притормози, хорошо?
А это правда или слух, что вороя сейчас эпидемия? Говорят о странных симптомах. Внезапно появляются ожоги и судороги, как при эпилепсии. А все это электростанция. Что у тебя в ассортименте? Столько всего. Может, что-то посоветуешь? Ага, купи. Все. Что-то не советуешь брать? Дай подумать. Прежде всего, конечно, Budget Arms. Пластик дешевый, отдача сильная, дальность низкая и прочее. На твоем месте я бы поостерегся товаров Ростовича. По огневой мощи им нет равных, но они то и дело заедают, когда не надо. Что у тебя есть? Стволы любого калибра. Полюбуйся. Там воняет, и друзья у тебя страшные. Интересно.
Thought you'd be off the clock by five. They keep you on call? Shit luck. Cap said I could leave my gun and badge if I went home to listen to my old lady go on and on about her online shopping or whatever the hell she did all day. It's what you get for choosing the life of a public servant. Just had the fucking rain. Huh? What the hell you doing? Back it up! Looking to get shot? А это что?
А это что?
Сейчас начнется свинцовый дождь! Перезаряжаюсь! Пробуди свои инстинкты!